Да, Ник, доброе утро. Идем посмотрим, есть ли что-то под елкой сегодня. А? Пойдем посмотрим. Да. Сейчас посмотрим. А кто это тут проснулся? Привет! Идем посмотрим, что там. Есть ли что-то там под елкой, да? Пойдем посмотрим. Да. Идем. И что здесь есть? Ну-ка, давайте посмотрим. И что это тут тебе попалось? Ух ты! Это мяч Барселона. Это тот мяч, который ты хотел? Барселона? Да. Это точно охота. Вау! Я так и знал, что это охота. Да? Это золотой хоббис. Это то, что ты хотела, да? Да, это. Ух ты! О, как прикольно! Это те роботы, которые были в фильме. Один R2-D2, а второй C-3PO, да? А это у нас что такое? Ух ты! Это что, скей? Да. Это как ты хотел, да? Да. Скейт Феррари. Скейт Феррари? Обалдеть! Вау! Вот туда лазать скучно. Хорошо. Мое имя здесь. Да, тут твое имя, правильно. Открывай. Что там такое? Да! Куколка, ты что хотела? Ах ты! А это Барби, которой можно красить волосы, представляешь? Вау! Смотри, какая красивая, правда? Да, я хочу ее красить. Держи. Там что-то еще есть, да? Это то, что ты просил, я думаю, да? А что ты просил? Бейблейд. А ты просил Бейблейд. Ну-ка, дай посмотрю. Вот такой вот Бейблейд. Посмотрим, как он крутится. Он должен крутиться быстрее, чем другие. Там все остальные его аналоги, да? Да. Должен очень быстро крутиться. Ой, что-то выпало. Мне нужна инструкция. Не нужна инструкция, ты уже все знаешь? Вот, вот смотри. Эта штучка вставляется сюда. А эта штучка вставляется сюда. И оно закручивается. Все, держи. Давай запускать. Так. Ой. Вот он крутится. Вертушка. Он долго крутится, смотри. И бесшумно. Сделаем потом соревнование всех твоих бейблейдов, да? Настоящего и не очень. Вот такая вот интересная штучка. А, это мое! Ну-ка, открывай. Что это? Запаковано, да? Что
Что там такое? Это птичка разговаривает. Говорящая птичка? Да. Это то, что ты хотела? Да. Ух ты. Смотри, вот тут ее открыть. Какая красивая. Открывай. И что она умеет? А где у нее кнопка есть там какая-то? Да. Где? Ну-ка, давай посмотрим. На батарейку надо ставить. Даник уже скейтборд тут открывает вовсю. Так. Силиконовые колесики. Шершавая. Ставили мы батарейки птичке. Вот она так чирикает прикольно. Можно я скажу что-то? Да. Теперь надо перевести здесь кнопочку в другое положение. Давайте вместе. Давайте. С Новым годом! С Новым годом! И еще раз все вместе. С Новым годом! Ура! А у нас же еще подарки есть, которые надо открыть. Где? Как вы думаете? В вашей комнате. Нет. Спрятаны. Спрятаны? Да. Где спрятаны? Ты правда не знаешь, где могут быть игрушки? А ты знаешь, где могут быть игрушки? Нет? Посмотрите в елочных игрушках, в больших. Только есть правило. Серебряные и красные большие елочные игрушки Анютины, а золотые и синие Даника. Поаккуратненько открывай. Ну-ка, что там есть? Собачка. Ой. Какая собачка. Ну-ка покажи. Ой. Это та собачка, которая на картинке. Вставляешь? Да. Это Фанни. Он дружит с аквариумными рыбками, обожает их кормить и разговаривать с ними о море. Мечтает заняться дайвингом. Его соседка, кошка Шанель, красавица забияка, любит ловить рыбок и загадывать желания. Вот такая вот коллекция собачек. Теперь твоя очередь. Да? Твои красные и серебристые. Серебряные. Давай. Вот тут красные они. А вот она еще нашла красный. Ну-ка. Ух ты! Это что там такое? Вытаскивай. О! Давай посмотрим, что это за зверек. Ну-ка, кто там? Конфетки. Они так, вот тебе. Да. Мне кажется, это что-то прикольное. Ну-ка. Ой. Ой, кто это такой? Ну-ка. Какой милый. Вот. Боже мой, вот. Это волчонок. Вот. Держи. Что, что тут у нас написано? Это волчок. Обожает петь и танцевать при луне. Вместе со своей подругой Соней. Любит гулять по ночам и устраивать приятные сюрпризы друзьям. Когда он радуется, то к
крутится волчком. Своим взглядом волчок может определить, правду ли говорят или нет. Кстати, для Мишки в подарок он приготовил веселые загадки. Хочешь загадку, я тебе загадаю? От волчонка. Не хочешь? Нет? Какой он милый. Боже мой, какие глаза у него. Ну, теперь твоя очередь, Даник. Синие и золотые, да? Ну-ка. Дракончик. Дракончик? Открывай. Так, у Даника там есть уже два дракончика в коллекции. Интересно, кто здесь? Еще один. Какой? Такой. Зеленый? Да. Смогу поменяться. С Анютой сможешь поменяться, да? Вот такой вот дракончик. Это хитрюга. Лавовый дракончик. Ловкий и хитрый. Лавовые дракончики живут в глубоких пещерах и питаются камнями. Хитрюга стреляет раскаленной лавой, которая застывает и не пускает тревожные сны. Его чешуя сделана из прочного камня. Он неуязвим. Это дракончики – хранители снов. По древней легенде, где-то на краю света, за драконьей горой живут отважные и добрые дракончики – хранители сновидений. Каждую ночь они охраняют детские сны. Давай знакомиться с этими отважными героями. Анютка, теперь твоя очередь. Ой, серебристые и красные, ты помнишь, да? Красный, серебристый, Анюта. Она хочет то, давай. Давай, давай, давай. Анюта сначала красные хочет открыть. Куколка. Что там попалось, куколка? Да. Ух ты. Это... Ну-ка. Ну-ка. Куколка попалась Анете. Ух ты, похожая на школьницу. Да, прямо отсюда. С обложки. Это у нас Амели. Привет, я Амели. Я живу в самом романтическом городе Франции, Париже. Как истинная француженка, я люблю все прекрасное. Поэзию, искусство, музыку. В свободное время я пишу стихи и играю в небольшом детском театре. Вот такая вот Амели. Теперь я. Давай. Это уже так открыто, что ли? Ну-ка. Это дракончик. Это дракончик? Да. Ну-ка, кто там попадется Данику? Я думаю, сегодня ты соберешь всю коллекцию. Кто там? Еще один зеленый, да? Ух ты, что это такое? Ух ты, какой классный! Как его зовут, Даник? Силач. Да? Силач. Звуковой дракончик. Самый сильный из всех хранителей, представляешь? Его секретное оружие – мощная звуковая волна, похожая на мурлыканье кошек. Домашние пушистики его просто обожают. Любит корчить страшные рожицы. Хотя на самом деле он очень добрый. Обожает шутки и розыгрыши. Здорово! Держи. Анютка, теперь твоя очередь. Давай. Ты его уже открывала. Вот классный. Этот? Нет, это маленький, он не открывается. Вот классный.
Вот смотри, красный еще. Вот, видишь? Нет. Сейчас она сама выберет. Да. Ну-ка. Что там? Ой! Ой! Почти. Что это вывалилось? Собачка! И у тебя собачка. Ой, как у нас тут чисто дома. Давай. Да, милая, милая собачка. Так. И рассказик, да, там небольшой. И что же там тебе попадется? Какая собачка? Ой, что это? Какая-то сильная собачка с гантелей. Ух ты! Вот какой красивый. Да, сейчас посмотрим, прочитаем про него. Али или Али? Активный и жизнерадостный пес. Девиз «Жизнь – это спорт». Это движение. Как только хозяева уходят по делам, он тут же начинает бегать, разминаясь перед силовой тренировкой. Обожает занятия на тренажерах, качать бицепсы, трицепсы, а особенно качать уши. А какие виды спорта нравятся тебе? Даник, тебе какие виды спорта нравятся? Какие-то тренажеры, футбол, баскетбол. Да? Анюта, а тебе какие виды спорта нравятся? Анютин любимый вид спорта – это кушать, да? Да. Какой следующий ты выбрал? Ну-ка, какую игрушку ты выбрал следующую? Посмотрим. Кто это? Дракон. Опять дракон? Да. Так, кто же Данику попадется на этот раз? Фиолетовый, наверное, я думаю. Нет. Нет? Какой? Новый? Который... Ух ты! Да, это который нарисован на коробочке. Класс! Ух ты! Кто тебе остался для коллекции? Только фиолетовый, да? Нет. Какой красивый. Красный и фиолетовый. А это Плюх. Песчаный дракончик. Озорной и упрямый. Любит барахтаться в воде и плюхаться в песок, за что и получил свое имя. Он незаметно подкрадывается к кошмарикам и атакует песчаными шарами. Плюх общительный, дружит со всеми драконами. Какой ты выбираешь теперь? Какую игрушку? Ну-ка. Красные или серебристые? Ух ты, вот это, да? Ну-ка, кто это попался? Киса! Кошечка! Ну, давай открывать ее. Я проверю, что мне еще осталось. Хорошо. Да. Я открыл все золотые, мне кажется. Кто же там тебе попался? Какая кошечка. Так, бумажка. Я так и знала. Ух ты, какая красивая, беленькая. Это которую она хотела. Вот такая вот красивая кошечка-балерина, да? Да. Это балерина? Да. Так. Стася Волчкова, юная танцовщица, обожает балет, придумывает и разучивает новые па. Как только хозяева за дверь, сразу начинает тренировки. Будь здорова. Любит крутиться, как волчок, на столе среди чашек, на подоконнике вокруг цветов и, конечно, перед зеркалом, среди косметики и духов.
Теперь твоя очередь, да, Даник? Да. Давай. Открываем. Еще. Еще дракончик. Ух ты. Так, что там попадется Данику? Какой дракончик? Осторожно, не отрежь там дракончику ничего лишнего. Ой, повторка. Тебе Даник подарил дракончика? Да. Теперь твоя очередь открывать дальше. Идем. Смотри, он сидит. Да, красивый какой. Даник, смотри, он сидит. Идем скорее дальше открывать. Да, спасибо. Красивая коллекция, да? Да. И у Даника тоже красивая коллекция. Давай следующий открывать шарик. Серебристый. Так. Вот серебристый тут есть один. Вот. Подождите. Этот открыт уже. Так. А как ты сюда заглянул? Вот здесь. Если это так у него, можно снять. Конечно, если у нее повторка будет. Что это, дракончик? Да. Давай, открывай. Так, следующий дракончик у нас. Интересно, какой? Коллекция. Коллекция. И если это красная, она мне даст? Не знаю. Да, Саню, ты договаривайся. Открывай. Кто там попался? О, еще один хитрюга. О, силач! Анютке тоже попался силач. Здорово! А сейчас твоя очередь, да? Так, 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 так. Мамочка, смотри, сколько силачей у меня. Один у тебя. Ну-ка, внимание. Еще дракон, кто это? Это пушистик с красивыми глазками. Ух ты. Та-да-да-дам, та-дам. Сейчас посмотрим, что Данику попадется. Так, кто же там? Что же там за зверюшка с красивыми глазками? Ну-ка, покажи. Ой, боже мой, какая лисичка красивая, с ума сойти. А это Рыжуля. Хитрая, но мудрая лисичка. Обожает шутки и прибаутки. То оставит следы тигра вокруг дома енота полосатика, то совушку Соню днем разбудит. Рыжуля главное заводила. Организатор и ведущая всех праздников. Ей нет равных. Мишке Мите на праздник придумала в подарок много конкурсов. Идем дальше открывать, Анюта. Да. Пошли. Подумка. Наверху есть. Так, давай посмотрим. Я вижу тут еще закрытые, смотри. Вот это серебристая закрытая. Это пони! Это лошадка! Ух ты! Давай откроем! Да, давай! Так, что же там такое попалось тебе? Какая красивая. Можно посмотреть? Вот такая вот красивая лошадка попалась Анюте. Какая она милая.
Давным-давно на страницах кулинарной книги поселились маленькие пони-сладкоежки. Волшебные пони собрали вкуснейшие рецепты сладостей. Эти десерты подавали к королевскому столу и по праздникам, чтобы порадовать близких. Давай соберем всех пони и узнаем рецепты вкусных сладостей. Так, эту лошадку зовут Биби. Тут написано интересный факт. Бизе в переводе с французского означает поцелуй. И здесь написано, что узнать рецепт приготовления бизе можно на сайте. Ну вот и все. Все подарки открыли. И мы будем заканчивать. Если вам понравилось видео, смело ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Пока! Пока-пока!